Добрый день, дорогие телезрители и радиослушатели. Сегодня мы встречаемся с вами в рамках очередной передачи моей авторской программы «Конституция и мы». Вот сегодня у нас уже 56-я по счету передача. Ну вот, вы знаете, в предыдущие разы мы проговаривали различные вопросы касательно экологического воспитания, защиты, охраны природы, вопросы деятельности, значит, омбудсменов, другие важные вопросы. А сегодня у нас не менее важный вопрос, который определен как патриотическое воспитание, любовь к родине и защита Отечества. Вот почему я решил сегодня в качестве гостей в студию пригласить Соболева Сергея Владимировича, председателя регионального отделения ДОСААФ России по Республике Саха-Якутия, члена Общественной палаты Якутии, также Лютова Валерия Алексеевича, руководителя исполкома Якутского регионального отделения Общероссийского народного фронта, народного депутата Республики Саха-Якутия, ветерана Афганской войны, воина-интернационалиста. Очень рад вас видеть, приветствую вас. Спасибо. Ну и, конечно, вот первый вопрос я бы хотел начать с того, что для вас означают эти слова «любовь к родине» и «защита Отечества». Пожалуйста, Сергей Владимирович, с вас начнем. Приветствую телезрителей, приветствую слушателей. Значит, понятие емкое, понятие достаточно серьезное, то есть у каждого своя родина, у каждого свое понятие о патриотизме. Это оно воспитывается где-то с молоком матери, где-то с места, где мы живем, где-то наши преподаватели закладывают в нас это, где-то, то есть меня, допустим, воспитывал мой дед. Ну вот, и на это фронтовик, это Великое Отечественное, и он является моим, как бы, кумиром, не кумиром, да, но тем образцом, менее, для, образцом подражания. Для подражания, вот это правильная, да, мысль такая. Ну и, соответственно, что человек, который воевал, да, я вот говорю, что патриотизм – это не только встать с оружием на защиту своей родины. Патриотизм – это еще то, что надо содержать свое место рождения, свою страну в надлежащем состоянии. То есть именно то, что мы не... Да даже начать с того, что бросили бычок, это уже не патриотизм. Это уже... Особенно, когда мы это делаем где-то за рубежом, за пределами нашей либо республики, либо тем более страны. То есть мы должны содержать лицо, вот это есть патриотизм, это в первую очередь наши поступки и наше сознание. То есть, ну, как-то вот в общих чертах, скажем так. Ну вот и роль вашего дедушки, это действительно знаково. А когда вы вообще, какую школу вы заканчивали и приняли решение стать военным? Ух, я вообще рожден в городе Алчевск, точнее Коммунарск, ныне Алчевск, Ворошиловградская, ныне Луганская область. То есть это на слуху сейчас в последнее время, вот это место. Новый субъект Российской Федерации, мы вернулись, да. Вот я откидываюсь на Союз, все равно как воспитанник Союза. Я, вот у нас есть даже майки нашего батальона, что мы батальон последней советской присяги. Выпускаясь с училища, мы вот, поступив в училище, приняли присягу, потом Союз, к сожалению, развалился. Вот, закончил там школу, ну и опять же под влиянием деда, да, глядя на него, то есть как-то я вот с 8-го, с 7-го класса конкретно уже осознал, что я пойду именно в военное училище. Поступил я в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище, факультет морской пехоты. Успешно его закончил, но, к сожалению, служил я не в морской пехоте, а служил в разведывательных частях Дальнего Востока. Вот это учебное заведение, оно в каком городе? Благовещенск, Амурская область. Очень хорошо. Валерий Алексеевич, для вас как это? Вы и кровь проливали, и ну, эти слова что для вас значат? Ну, вы знаете, тут, когда я встречаюсь с ребятами, а я часто это делаю, с ребятами, с школьниками, сейчас вот только что приехал, со студентами, я тестирую и всегда задаю вопрос, а как вы понимаете, что такое Родина? Ну, знаете, есть песня, с чего начинается Родина, да? Картинки твоего ковря. Я получаю разные ответы, но мы приходим к одному только постоянно выводу. Родина – это все, что тебя окружает, что тебе дорого, что ты любишь. Это речка. Это твои друзья, бабушка, дедушка.
и шире, и шире, и она уже распространяется на страну твою. Это угу. тоже родина. Вот. Родина, она не для того, чтобы ее ну, просто... Ну, знаете, вот родители, мы любим, мы... Объяснить сложно даже, почему мы любим своих родителей, потому что они родители. Угу. Бывает даже, честно говоря, бывают такие, что какие-то... Ну, кажется, родители несправедливо поступают, наказывают. В некоторых случаях. Ну, бывает, да. Вот, но... Понимание потом приходит, а все это на пользу, да, оказывается, было в взрослом состоянии, да, вот и так далее. Поэтому вот и к родине так она себя ведет. Она бывает разной, к тебе относится, а ты ее все равно любишь. Mm-hmm. Вот. Но только у тебя она ассоциируется с конкретными вещами. Mm-hmm. И это правильно, это правильно. А вот с моим коллегой, вот предыдущим выступающим, я полностью согласен. Это более широкое понятие. И чтобы относиться к родине, ты должен делать патриотизм, это поступки. Нужно сто раз говорить. Патриотизм, патриотизм, я патриот, патриот, там майку можно написать, там патриот. А ты сделай какое-то действие, конкретный поступок. Ну, выливают нечистоты в неположенном месте и засоряют твое озеро. Там погибнет жизнь, оно будет испорчено. Ты должен предпринять, препятствовать это, где-то сообщить об этом или не дать этого сделать. И таких можно много. Да бабушку через дорогу перевел. И маленькие-маленькие шажки, поступки. Потом они превращаются в какие-то уже более профессиональные действия у кого-то там, который борется там с коррупцией, угу. кто-то борется за права чего-то как-то там. Ну, вот с одной только, опять же, цели. Сделать свою родину, свою страну мощнее, сильнее, и чтобы жизнь людей и окружающих тебя была лучше. Спасибо, Валерий Алексеевич, очень емко и все же время, в то же время очень доступно. Сергей Владимирович, вот вы возглавляете ДОСАФ у нас в республике. Конечно же, это организация, я помню историю Асавейхима, историю ДОСАФ. Вообще в свое время мощнейшая организация, материально-техническая база соответствующая. Вообще вот, а в Якутии у нас история, значит, якутского ДОСАФ, что для вас это, что вы бы могли из этих ну, лет вычленить, может быть, рассказать для наших дорогих радиослушателей и телезрителей? Ну, вот, по истории, значит, сам ДОСАФ вообще, Асавейхим на то время, да, он учрежден 23 января 1927 года. В Якутию пришел ДОСАФ, ну, в то время Асавейхим, да, это в марте. Мы, к сожалению, дату не знаем, но мы знаем, что первым председателем ячейки Асавейхима был Максим Кирович Амосов. Сам возглавил, и, значит, с тех времен, то есть ДОСАФ вступил на этот. ДОСАФ назвали, это уже послевоенное название, которое у нас на слуху у всех есть, да, вот именно после войны, 49-го года. Угу. До этого был Асавейхим. И Асавейхим здесь, на территории республики, в частности, готовил, это была пулеметная школа. Угу. То есть мы готовили еще с эхо гражданской войны, вот эти 27-е. Ну, вы знаете, что становление советской власти даже в нашей республике, оно там чуть ли не до конца, до середины 30-х годов двигалось. То есть мы уже... Центральная часть была давно под красными знаменами. Мы еще что в Казахстане, что по республике, что по Дальнему Востоку, тут еще гоняли всех белогвардейцев, скажем так, да. То есть вот. И вообще по стране очень было развито Ворошиловский стрелок движение, да, наверное, знаете. Асавейхимовские это летчики были. Здесь, значит, только после 69-го вот у нас на республике открылся аэроклуб. Более хорошо вот он парашютистов начал кидать, современную технику получил. Mm-hmm. Точно знаю, 88-87 года. То есть, и, ну, ДОСАФ очень тесно послевоенные годы был связан с Министерством обороны. То есть он туда готовил кадры, он подготавливал, именно давал начальное обращение с оружием, да, давал начальное обращение с техникой. Значит, на сегодняшний день ДОСАФ вообще в целом по России, он готовит порядка 40 специальностей военно-учетных. В Якутии мы готовим военно-учетную специальность водитель категории С. То есть это вот для даже слушателей тоже информация, что ребенок 18-летний, призывник, он может перед призывом получить свою профессию бесплатно за счет Министерства обороны. Приходит, обучается, уходит в армию, возвращается
уже как год специалист, он год специалист, потому что он ушел военный водитель. Mm-hmm. Вот, ну, кто парашютисты у нас ближайшие, это Амурская область, то есть госзаказ есть. Сейчас в нашу реалию, вот в связи со спецоперацией, да, обстановкой в мире, пытается расширение. Вот сейчас идет программа на новые операторы БПЛА. Это mm-hmm. госзаказ выходит у нас председатель Калмыков Александр Петрович. Он, кстати, был командующим ВДВ. Mm-hmm. Последнее место службы у него замминистра обороны. То есть человек достаточно компетентный в своем плане, на своем месте. Да. Ну, будем считать, что к ДОСАФу, вот опять же, было провал после развала Советского Союза. Нас назвали РАСТО. Угу. Потом вернули в 2010 году название ДОСАФ. Да. Наконец-то. То есть, потому что народ все-таки с 40-х годов привык к ДОСАФу. ДОСАФ, да. А тут какое-то РАСТО, оно даже, в принципе, не прижилось. Но, тем не менее, матбаза чуть-чуть потеряна, чуть-чуть потеряны все какие-то связи, какие-то наработки. Угу. Ну, стараемся вытаскивать, стараемся заниматься, угу. проводить различные мероприятия. Алексеевич, вот Общероссийский народный фронт, он сейчас на слуху. Также вот я должен отметить, это вот с чего начиналась у нас история Общероссийского народного фронта, какие этапы вы прошли? Все-таки это не такая большая история, как у ДОСАФ, но тем не менее, да, уже есть определенная история. История уже есть, да. Есть победы. Но главная задача Всероссийского народного фронта, это я сам для себя сформулировал, чтобы это неофициально, вот это мое мнение, не только оно, вот наших многих ребят, это отстаивание, помогать людям отстаивать справедливость. Угу. В различных областях. Вот мы мониторим различные государственные программы. Есть даже поручение Владимира Владимировича Путина именно Народному фронту. Переселение из ветхого аварийного жилья, программа большая, очень хорошая. Угу. Очень много денег выделяется. Республика получила 83 миллиарда. Это очень большое строительство будет, выделение жилья. Как раз тем людям, которые действительно не могли себе позволить приобрести жилье. У них теперь есть шанс улучшить. И тут надо отслеживать, чтобы не получилось так, чтобы из аварийного жилья, с ветхого, в новое, но тоже аварийное переехали. Были такие у нас случаи, где качество Валерий жилья... Валерий Алексеевич, мы сейчас прервемся на рекламу, буквально через 2 минуты вернемся, продолжим наш разговор. Не переключайтесь. Тут надо соединиться. Еще раз добрый день, дорогие телезрители, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем нашу передачу по теме «Патриотическое воспитание, любовь к родине и защита Отечества». Гостями в студии является Соболев Сергей Владимирович, председатель регионального отделения ДОСААФ Республики, и Лютый Валерий Алексеевич, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта, народный депутат Республики. Валерий Алексеевич, вы продолжите, пожалуйста. Да, я отмечу еще раз, что в обществе есть запрос на справедливость. Угу. Программы реализуются государственные, несмотря на трудное время, очень хорошие социальные программы. Одна из них, вот я сказал, переселение из ветхого аварийного жилья. Есть программы, которые поддерживают многодетных и так далее. И несмотря на то, что Общероссийский народный фронт является общественным движением, не партией, мы не участвуем в политических там, выборах, никого не выдвигаем, мы боремся только... против где-то коррупционной составляющей, неэффективное использование государственных средств. Вот чаще всего вы нас видите, там, наверное, это когда в асфальт ложат дороги, снег, да. дороги, это аварийное жилье. В общем, где нужна помощь людям достучаться до власти, вот, принять какие-то решения срочные такие. Вот там мы стараемся участвовать в этом. Но, кроме того, мы проводим свои какие-нибудь акции. У нас есть молодежное движение и так далее, и так далее. Поэтому Общероссийский народный фронт – это движение, я бы сказал, активных людей. Мы собираем неравнодушных людей, которые научились добиваться результата. Они сами по себе работали где-то, а когда мы вместе, и у нас есть инструмент такой, как Общероссийский народный фронт,
Вот, и мы, конечно же, который возглавляет Владимир Владимирович Путин, хотя это общественная организация, мы это не бравада, а это большая ответственность. Наоборот, мы стараемся соизмерять свои шаги и грамотно действовать. Вот что касается Всероссийского народного фронта. Но я бы отметил так, что все-таки работает это для того, чтобы консолидировать общество, чтобы люди понимали, что можно и есть люди, кто им может помочь в решении их проблем. Понятно. Сергей Владимирович, вот в нынешних условиях, в условиях ведения специальной военной операции, ну, вообще для каждого из нас очевиден вопрос, то, что мы должны быть едины, мы должны быть монолитны, мы граждане Российской Федерации, и с этой точки зрения есть у нас права неотъемлемые, есть еще и обязанности, в том числе служить Родине. Как вы, отвечая на предыдущий вопрос, правильно отметили, можем даже так образно сказать, что вы даете людям начальную военную подготовку, да, для того, чтобы он более успешно служил в рядах вооруженных сил Российской Федерации. А в нынешних условиях насколько изменились формы вашей работы и на что вы опираетесь прежде всего? Есть ли у вас такой массовый призыв в ряды ДОСААФ, ну, может быть, для того, чтобы молодые люди понимали и более масштабно мы вместе решали бы эти задачи? Как-то мощный такой вопрос, правильно. Значит, ну, проводим различные мероприятия. Значит, у нас немножечко в связи вот с потерей наших возможностей, и в основном упираемся в мелочевку, то есть где-то не хватает там 5000 буквально, чтобы что-то сделать, да, то есть мы можем провести, как я всем говорю, у меня есть матбаза, приходите, занимайтесь, я могу выставить людей, я могу позвать кого-то, да, есть место, есть энтузиасты, есть люди. Не было, значит, вот такого, такого вот совещания на уровне ДОСААФ России и Минобороны для того, чтобы как-то вот еще, вот мне кажется, время требует усиления, консолидации, ну, тут, взаимодействия, да, и должной координации. Чуть-чуть немножечко ДОСААФ у нас в этом плане забыт, что ли, скажем так. Вот у нас, допустим, в республике создан центр «Авангард». Это создано на базе кадетского корпуса в Мархе. Значит, знаю. Задачи, цели – это проведение сборов пятидневных со школьниками, руководство с проведением там с методических занятий с преподавателями ОБЖ. Значит, в принципе, вот мы где-то с ними перекликаемся. Ну, я с «Авангардом» очень плотно, и так же, как они со мной, мы друг друга знаем, очень прекрасно с ними работаем. Значит, как-то вот какое-то разделение прошло на уровне там. Допустим, Владивосток, он полностью ДОСААФ и «Авангард», это все в одном здании находится. Значит, то же самое «Юнармия». «Юнармия» — это ДОСААФ, один из учредителей «Юнармии». Там их всего два. Это Совет ветеранов Министерства обороны и ДОСААФ России. То есть мы, опять же, здесь мы есть, и мы проводим мероприятия, то же самое с той же «Юнармией». Да? Вообще, вот если коснуться начальной военной подготовки, вот даже уйти куда-нибудь там в Древнюю Русь, да, у нас же что, наверное, знаете, что там каждый десятый ребенок, почему десятник появился, да, каждый десятый ребенок или там по возрасту, по силе, по там отдавался в воеводство. То есть он становился военным еще вот с малых лет. И он больше ничем не занимался, кроме как изучая ратное дело. Он становился ратником, да. А при этом тот, кто становился пахарем, он не просто пахал. Он еще тоже, вот мы, наверное, знаете, там по Ивану Купала, да, вот сейчас тоже Хэллоуин тут нам грозит. Это, этот. А у Древней Руси этот же праздник, это Велесова ночь. То есть вернемся к нашим первоистокам, да. И что? То есть тот же пахарь, он все равно проходил начальную подготовку военную в то время, да. То есть щит-меч было проще, вот как вы сказали, у нас возрастает. То есть если раньше был щит-меч, конь-лук, да, то сейчас у нас танкисты, артиллеристы, летчики, техника уже и в космос, управление. Вот сейчас новое веяние – это операторы БПЛА. То есть причем оператор БПЛА не только летает и видит, но он еще должен обучиться определению целей,
То есть танк это замаскированный или это просто машина? Это человек-снайпер или это просто лежит охотник, спит где-нибудь в этой яме? То есть, ну, это комплекс большой, это работа не только ДУСАФа, это действительно работа и того же авангарда, и того же юнармии, и да. Работа в школах. Мы вот... Сергей Владимирович, я вижу, вот вы очень плотно работаете, вот буквально недавно вы были в Нюрнберге. Каковы впечатления? Вообще молодежь наша, насколько относится к защите Родины ответственно? Понимает ли все? Понимают, но где-то, скажем, пробелы, опять же, вот, ну, не знаю, камнями кидают тут, наверное, в огороды, да. Упущено, вот когда развал Союза, пионеры-комсомольцы, октябрята, угу. Ниша освободилась, в нишу кто-то всегда лезет. Угу. То есть, и начинают насаждать, что у нас, ну, западную культуру. Западная культура, и что, мы нет цензуры по фильмам. Я не говорю, что надо что-то там запрещать, надо что-то показывать, надо просто об этом где-то не говорить. Вот все негативное, не надо его озвучивать, оно само по себе уйдет, да. И возвращать, вот сейчас правильное движение юнармии пошло, то есть это потихонечку мы его вернем в непосредственно патриотическое воспитание. Есть же патриотическое, есть военно-патриотическое. Да. Они в принципе одинаковые, они в принципе... Но где-то мы делаем, опять же, вот есть пахарь, да, и есть ратник. То есть в этих нюансах. А воссоздание вот наших военно-спортивных игр, Зорница, Орленок? Да, то сейчас планируется вообще вернуть начальную военную подготовку как таковую. Как обязательный предмет школы. Как обязательный школы. Предмет, угу. Как он и был. Потому что это так, надо. Спасибо, Валерий Алексеевич. Угу. Ну вот деятельность ОНФ... Вот сейчас вы как-то вышли на первый план, я часто вижу вас и по телевизору, и в разных аудиториях. Вот именно в нынешних условиях, какова роль ОНФ и какие вы на себя берете обязательства вот, по тому, чтобы активно участвовать в разных этих процессах сплачивания народа, как говорится. Александр Николаевич, я хочу, чтобы вы мне разрешили, несколько слов предыдущей темы. Немножко довелось мне поработать председателем города Якутска, ДСА. Ага. Да-да-да. Так что я поэтому обращаюсь как коллега, да. И вы знаете, ну, как впечатление, есть с чем сравнивать. И вот все откровенно сказал мой коллега. И я хочу сказать, что вот сейчас время, мне кажется, когда ДУСАФ должна опять перейти под Министерство обороны. А оно остается все-таки коммерческой структурой. Вот. И это очень мешает. Вот много им сейчас не хватает средств. Вот. Самоокупаемой, материальной базы, а больше на это... самоокупаемой. Нужно выживать. Да, поэтому, да, да, что-то есть, помощь идет, способы, но она да. Как бы вот... взять на финансирование, да. Полностью, да. Полностью и делать на все заказы верно. Министерство обороны. Все, это должно быть прямо как бы уже прописанной, в плане стоять. Угу. И тогда, ну, вы знаете, да, есть поговорка, не хотим свою, если кормить армию, будем чужую, там, и угу. Так далее. Но поэтому тут начинается все со школы, военную начальную подготовку, да. Поддержать ДУСААФ, угу. Поддержать энтузиастов военно-патриотические клубы. Угу. Вот, все, от формы до от до я. И, вот, угу. И для этого все должны все вот, деньги, материальная база. Это будущее тогда. И правильно сказали, что раньше даже сословие было, начиная угу. С легионеров римских, где это зажиточное сословие было, которое уважаемо. Угу. И считай наш дворян. Угу. Которые обязаны были воевать. Мы, когда мобилизация, все, понятно, кто идет, идут профессионалы. Они на это обучались. Вот. Ну, теперь на ваш вопрос, конечно же, Народный фронт, одно название, Народный угу. Фронт. Угу. И наша задача, как и всех, наверное, других, это консолидировать общество сейчас угу. Перед новой угрозой. А у нашей страны тема, она и сильна. Угу. Когда угроза такая, как война, как угроза существования страны. Наши все национальности, все наши народы, они сплачиваются. Uh-huh. Сплачиваются. И как Бодров сказал, нельзя во время войны ругать там кого-то, там власть или недостатки. Все есть, все uh-huh. Есть. Зачем скрывает? Никто и не скрывает этого, да, недостатки. Но самое главное сейчас, все должно, как раньше времена, все для победы, все для фронта. И вот наша задача собрать деньги. Вот у нас всероссийская акция «Все для победы» Общероссийского народного фронта по всей стране. То там привлекали знаменитые артисты и так далее. Ну, собрали 2 миллиарда 850 миллионов.
Вот. Mm-hmm. Это серьезная сумма. И мы продолжаем. Но мы пошли дальше. Мы провели телемарафон в Якутске, собрали серьезные деньги и закупили на эти деньги то, что просили командиры, наши добровольцы и наши мобилизованные. И я лично отвозил и вручал. Mm-hmm. Это тоже важно, чтобы люди видели. Это не пиар, как некоторые думают, что вот там кто-то там пиарится, Народный фронт или Лютый там. Важно, чтобы люди внесли, если 92-летний дедушка принес 96 тысяч, все свои сбережения, я должен отчитаться. Он должен увидеть, что его помощь дошла по адресату. И вот эта консолидация людей, когда сейчас, кстати, у нас всем обращаюсь, в ближайшее время везде будут плакаты, я надеюсь, на телевидении будет озвучено, у нас будет QR-код региональный. Угу. Все для победы. Это как раз помощь нашим якутянам, которые выполняют задачи СВО, специальной военной операции. Прошу вас, по 100 рублей, по 200 рублей, поверьте мне, это маленькая, кажется, с каждого помощь, но она существенна, когда складывается в миллионы, а эти миллионы превращаются в конкретные тепловизоры, квадрокоптеры и так далее. Мы сейчас прервемся на 2 минуты и потом продолжим наш интересный разговор. Дорогие телезрители, дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу «Патриотическое воспитание, любовь к родине и защита Отечества». И в гостях у меня в студии председатель Якутского регионального отделения ДОСААФ Сергей Владимирович Соболев и народный депутат, руководитель исполкома ОНФ Валерий Алексеевич Лютый. Сергей Владимирович, вот сейчас мы продолжаем наш разговор о деятельности ДОСААФ. Я бы хотел узнать вот в районах, в муниципальных образованиях, насколько вот эта работа, так сказать, налажена? Есть ли у вас отделения, которыми вы гордитесь и могли бы привести пример их деятельности? Пожалуйста. Конечно, районы охвачены, к сожалению, в малой степени. У меня всего-навсего это 5 районов. Значит, угу. Есть 2 местных отделения. Очень активная работа от Александра Куприянова, Александра Амосовича. Это Хангаласский, Покровский. Значит, он проводит, по-моему, все мероприятия. Вот что у нас идет по календарю, он никого не пропускает. То есть даже где-то я в городе не успеваю это что-то охватить. У него все есть, у него все отлажено, у него хорошая команда там, которая его поддерживает. То есть это вот пока из местных отделений, именно из проведителей политики ДОСААФ, да, военно-патриотического воспитания, он у нас впереди планеты всей. Мы можем сказать, Александр Куприянов настоящий патриот. Настоящий патриот. Спортсмен, патриот, тренер. У него много учеников, которые тоже идут по стопам в нужном русле. Значит, что у меня? Местное отделение в Нерюнгре. Там Попов Александр Борисович, в принципе, работает очень хорошо. У него поисковое движение. Там он на свои средства создал веревочный парк. То есть дети там занимаются каким-то азам начальной подготовки, альпинистской еще. Ну и есть у меня 4 автошколы, которые находятся по районам. Там, в принципе, это подготовка водителей, и в том числе заказ Министерства обороны. Ну и попутно не в такой большой степени, но тем не менее мероприятия автошкола проводит. То есть флаг выносит, работа со школьниками, работа на районах. И надо сказать, что районы очень подхватывают, по сравнению с городом. Город здесь, тут поток информации большой, который пригружает нашего и ребенка, да и взрослого. Тут со всех сторон и телевизоры, и интернет, и все. В селе больше как-то свободного времени и больше информации меньше. То есть там люди более активны, более контактные. Они более предметные. Более предметные, да, они готовы. Там, не распыляются. Да. Вот они как-то очень... Да очень вообще хорошо работают. И приезжая сюда в город, они тоже дня 3-4, вот если мероприятие, потом смотришь, они потихонечку, даже вот если какая-то экскурсия приезжает, 5-6 день, уже ребята начинают либо уставать, либо от этого потока информации они начинают чуть-чуть залипать. То есть вот тоже такая какой-то нюанс я заметил. Сам я приезжаю, когда вот сейчас действительно вы уже упоминали, что был в Нерюнгре. Там тоже там другая атмосфера любого. То есть я за то, что наоборот, мы должны не вариться в своем котле, а мы должны посещать другие площади. То есть это обмен вещами, обмен мнениями, обмен знаниями. И вообще сама дорога, она предрасполагает, что мы получаем новую информацию. Дорога – это новые знания, новые знакомства, новые возможности.
Так, ну, Валерий Алексеевич, если вернуться к Общероссийскому народному фронту, у меня опять вопрос касательно вот муниципальных образований нашей республики. Насколько широко распространена сеть местных отделений ОНФ? И кого вы могли бы выделить, что у них такая активная работа? Ну, у нас, я бы вот уже говорил ранее, что у нас Общероссийский народный фронт – это общественная организация. Угу. Она состоит из общественников. Это которые после работы в каком-то направлении, которые хотят и умеют добиваться справедливости. Это может быть направление экологии, благоустройство дворовых территорий. Угу. Вот когда ты отстоял свой двор, сделал что-то в своем подъезде, помог кому-то, значит, ты можешь помочь и еще. У тебя уже есть опыт, и если у тебя есть дальше желание, вот ты вступаешь в команду и работаешь в нашей команде. Но так как вы сейчас назвали, это больше партийная структура, когда имеют отделение. Угу. Вот у нас такого нету, но я считаю, что нужно это делать. Да. Нужно, потому что мы сейчас опираемся в том или другом районе на 1, 2, 3, 5 активистов. Угу. Ну, которые тоже мы увидели, что они что-то делают. Не просто бла-бла, все грязно, все плохо, все там, а конкретно научились исправлять, добиваться. Вот мы им предлагаем сперва поддержку, они становятся нашими активистами. Или становятся нашими экспертами, которые разбираются в каких-то очень сложных областях. Здравоохранение, образование, наука. Вот мы их просим быть нашими экспертами, чтобы получить более, так сказать, ну, нашу позицию, чтобы она была грамотная. Не просто так ради пиара, а чтобы именно она помогла, не противодействие власти, а исправление и подсказывать, где нужно и что исправить. Вот как-то так. Я с вами полностью согласен. Эта работа сейчас ведется. Нам нужно открывать отделения в наших республиках. Не везде знают нашу работу Народного фронта. Это надо, приходится признать. Давайте мы, Валерий Алексеевич, бросим клич. Вот те, кто нас видят, слушают, пожалуйста, присоединяйтесь к нашей работе. Потому что все для фронта, все для победы. И я думаю, что если будут мощные местные отделения, там будут собираться люди со своими инициативами, предложениями, я думаю, что мы бы усилились. Можете телефон свой назвать для того, чтобы люди могли выйти на контакт какой-нибудь свой, рабочий, как, пожалуйста, дайте. Можете свой дать, чтобы люди оперативно могли. Ну, если для таких оперативно, могу свой телефон дать. Да. 8-924-76-55-700. Угу. Вот. Это для оперативности. Конечно, желательно, мне очень много звонят по вопросам мобилизованных. Угу. Вот. Спасибо Айсен Сергеевичу. Он прислушивается, не то что прислушивается, а сам принимает участие. 420 человек сейчас вернули. Но я хочу обратить внимание, что мы работаем только, если эти обращения находятся по правовом поле. Угу. То, если действительно по законодательству людей призвали неправильно. Их надо возвращать. И спасибо Министерству обороны. У нас была большая проблема заявок по многодетным отцам, у которых трое детей. Угу. И собственной инициативе Министерства обороны сейчас отзывает вот таких мобилизованных. Ну да, вносятся соответствующие изменения в законодательные акты. Пока еще не внесли, но я говорю, это прям инициатива в Госдуме. Пока не внесли, это законодательно не подтвердит. Нету такого. Но Министерство обороны подтверждает, что указ внутренний такой есть. Угу. Но это значимо, потому что действительно, чтобы не было с одной стороны недопонимания со стороны населения, ну, может быть, единственный кормилец для большой семьи, да, так сказать, добытчик и так далее. И Владимир Владимирович, он же сказал, у нас вот военно-учетная система страдала эти годы, не было вот наточено на то, чтобы вот отвечать современным вызовам, и поэтому мы наладим порядок в этом деле. Александр Николаевич, давайте честно скажем, ошибки были, но не потому, что это кто-то злой, дядька какой-то или комиссар, да? Я знаю Авдонина, нашего комиссара, человек полностью отдает свою работу, а это вопрос правовой базы, прорехи. Угу. Вот. Комиссар обязан выполнить быстро приказ в течение 3 часов. Угу. А мобилизованный, точнее, мы военнообязанные все,
Вот я пока уже не военнообязанный, потому что у меня два ранения. Но военнообязанный в течение всего периода должен появляться в военкомате и делать заметки исправления в учетной карточке, да, что да, у него изменение социального статуса, что у него стал не один ребенок уже, а четыре, что у него пошатнулось здоровье, что он после операции и так далее. Тогда бы его вообще не повестку не прислали. Угу. А так как он числится здоровым, и бездетным и так далее, то, конечно же, тут... А потом начинается уже справки привозить и так далее. Ну, вот эти ошибки сейчас будут исправлены. Да, ну, как бы жизнь показывает на практике, да, что происходит, и вносятся соответствующие коррективы, да, это очень важно. Вот, Сергей Владимирович, я хочу такой вопрос вам задать. У нас вот введены по линии Министерства просвещения Российской Федерации ну, такая, на мой взгляд, очень рациональная, важная, полезная инициатива, чтобы во всех школах ввести должность помощника директора по патриотическому воспитанию. Вот как, на ваш взгляд, этот институт развивается, и что бы вы хотели, может быть, и посоветовать, может быть, внести какие-то предложения? Ну, это новое, это с этого года только ввели. Опять же, чтобы взаимодействие было должное установлено. Ну, как у нас в России, чтобы никто не перегибал палку, как говорится. То есть, вот должности создали, а правовую базу под них, наверное, не подвели. То есть, или не только правовую базу. То есть, ну вот должность есть, там замдиректора по военно-патриотическому воспитанию. Ну, она как-то по-другому называется. Значит. А сборы, а методики, а что этот человек вообще должен делать, обязанности его есть. То есть, как бы, может быть, я что-то где-то ошибаюсь, меня учителя, там, директора школ поправят, но, то есть, должно быть единое начало. Ну, как в армии, да, то есть, я, допустим, закончив военное училище, я знал, что я в любой гарнизон приезжаю, я там попадаю, как рыба в свой океан, да, потому что все знают, что им делать, все. Вот то же самое должно быть и с военно-патриотическим воспитанием. Должна быть постоянная системность с детского сада, да, со школы, в институте, после армии, в армии, потом уже, мы уже сами, когда мы вышли, вот как Валерий Александрович, на, как он, из призывного мобилизационного ресурса вышел. Но, тем не менее, он же здесь, у него же в голове знания, он же это все умеет. То есть, он все равно не выпадает из вот этой ячейки военно-патриотического воспитания. Он свои знания передает. Делится, да. Передает опять. Уроки, мужество опять, проводит. Да, школа, и так, и опять пошла. То есть, цикличность и постоянность. Вот, чтобы это вот не терялось. Хорошо. Наша передача подходит к концу, поэтому хотелось бы, чтобы вы коротко высказали свои пожелания в адрес наших сограждан, что вот именно в этих условиях, в деле военно-патриотического воспитания, что мы должны делать? Кратко, пожелание. Пожелание очень короткое. Нужно обратить внимание сейчас. Я понимаю, что сейчас мы мобилизуемся ввиду вот этих действий сейчас в специальной военной операции. Но сейчас надо посмотреть на школу. Статус и учителя должно быть очень поддержана. И если мы говорим, вот вводим по патриотическому воспитанию, я не совсем согласен, потому Спасибо. Потому я что, благодарю вас за участие в нашей передаче. Нам